Таких, как они, не завербовать. Продолжай миссию. Ты уникальная боевая машина. Верни мне мой вирус. Никаких ограничений. Отомсти им за все. Отомщу. Их обнаружили. Они улетели на транспортнике. Куда? На само. Парни, это ваш шанс прокачаться. Доставьте мне вирус. Да. Нехило развернулись. Нормально. Для мастерской. Твой отец воровал машины? Да нет, папаша воровал совсем другое. Наркотики, оружие. В нашей семье та же песня. Мама долго растила нас одна, а потом вдруг объявился папа. Резко вспомнил о сыновьях. Искал себе подельников. Ну, а я сразу раскусил его планы. Постепенно кражи, в которые он нас втягивал, становились серьезнее и опаснее. Папаше было просто плевать на то, что нас могут убить. И я его сдал. Ты спасал свою семью. Его посадили, а я сюда больше не вернулся. Теперь мне не так обидно, что я вколола себе эту дрянь. Это почему же? Из-за меня ты вернулся домой. Повезло. Легально? А то. Работаем в белую. Репутация. Международный рынок. Те байки поедут в Токио, та машина в Нью-Йорк, красная едет в Лондон. Заказчики счастливы. Мне нужно было как-то кормить семью. Когда ты нас бросил?